Капитальный ремонт домов – актуальный вопрос для жильцов. В Лангепасе в этом году приводят в порядок многоквартирные дома. Работы проводятся согласно графику, сообщают специалисты администрации города. Реконструкции подлежит 21 многоэтажка. По планам, в 16 из них отремонтируют кровлю, в 4 – фасад. А на Ленина 37 уже обновили лифтовое оборудование во всех подъездах. Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту на один дом. Выполнены работы по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов в 11 домах. И ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это 4 дома. Запланированы работы по капитальному ремонту в 5 домах. Что касается минувшего года, в программу капитального ремонта был включен 31 многоквартирный дом. Для 28 из них была разработана проектная документация на выполнение работ. Специалисты действовали согласно подготовленным документам. В 2 домах были заменены системы водоснабжения и водоотведения. Отмечу, краткосрочная программа капитального ремонта рассчитана на 3 года. Работы ведутся.